С 21 ноября по 2 декабря в Театре оперы и балета пройдет международный оперный фестиваль, уже 28-й по счету. Что ждет ценителей классики на этот раз, расскажет Юлия Важенина. Откроется фестиваль премьерной оперой «Мадам Баттерфляй». У произведения Пуччини необычная судьба. Спектакль с треском провалился на своей премьере. Публика была недовольна знакомыми мотивами оперы «Богема». Но позже немного измененная партитура имела ошеломительный успех у слушателей. И уже более 100 лет «Мадам Баттерфляй» не сходит с мировых подмостков. У нас же постановка называется «Чио-Чио-Сан», потому что исполняется на русском языке. Мы немножко мистицируем сценическое пространство, пытаясь рассказать, прокомментировать зрителю внутренний мир Чио. В партитуре «Звучащие демоны» – это Чио-Сан. Они у нас будут существовать в видеоряде и в пластическом рисунке. Классная вещь, когда сделать через темпоритм, провести тягучее движение, взрыв, как будто как некое сумасшествие, то есть отражение внутреннего мира самой Чио-Сан. И вот здесь преломление восточного стиля, ката и балета, вот это вот очень здорово. Продолжит фестиваль ведущие басы России. В программе концерта не только самые известные шедевры классической музыки, но и любимые народные песни нашего земляка, знаменитого баса, народного артиста СССР Максима Михайлова. В этом году фестиваль посвящен 125-летию со дня его рождения. Решили эту дату отметить проектом «Концерт басов. Басы 21 века». Это проект Дмитрия Сибирцева, который год назад радовал нас тенорами 21 века. Это один из известнейших проектов, который востребован не только в России, но и во всем мире. Это будут лучшие исполнители, лучшие басы из ведущих российских театров. Можно ли написать бессмертную оперу примерно за 10 дней? Гаэтано Доницетти доказал – можно. Сегодня «Дон Паскуале» входит в двадцатку самых популярных итальянских опер, ежегодно исполняется в 150 театрах мира. В нашем театре ее можно будет увидеть 25 ноября. Восьмого ноября на сцене нашего театра гости из Италии. Легендарная опера «Отелло» – высшее достижение Джузеппе Верди. Шекспировская история о мести и ревности покоряла зрителей на протяжении столетий. И наш оперный фестиваль вряд ли станет исключением. Билеты на эту постановку почти распроданы. Ноября фестиваль продолжит постановка «Севильский цирюльник». Оперный шедевр России не обошел все сцены мира. Арию «Фигаро» знают даже дети. А фраза «Фигаро тут, Фигаро там» и вовсе стала крылатой. На нашем фестивале «Севильский цирюльник», «Дон Паскуале» и «Отелло» будут сопровождать приглашенные дирижеры из Италии. Именно дирижер дает тот импульс музыки. Именно благодаря его интеллекту, его мировоззрению, его темпераменту развиваются те или иные события в том или ином спектакле. Завершится фестиваль 2 декабря гала-концертом. В программе вечера шедевры мирового вокала. И тут организаторы обещают много сюрпризов. Для тех, кто не сможет посетить фестиваль, наши солисты устроят выездной концерт 6 декабря в Ядрине, 7 в Урнарах. Юлия Важенина, Валерий Резюков, Республика.